Мужчины, всем привет! Привет, привет! Друзья, сегодня отстрел троих боеприпасов. Три боеприпаса, которые будут со мной на протяжении всей охоты. То есть, на раннюю пернатую у меня будет боеприпас, снаряженный на порохе 206В. Поехали! Четыреста семнадцать скорость. Ну, скорость такая, может быть, кто скажет, великоватая, но такие вот скоростя. Вот она скорость. Ну, пойдем считать. Считать, вернее, не будем, глянем, как это выглядит на общем фоне. В общем, обводить долго. Дроп номер 7. Мужики, ну. Ну, зато 28 грамм. Сейчас глянем, что тут насыпало. Ой-ой-ой. Так, парни. Ну, дробь номер 7, не забываем, дробь номер 7, 28 грамм. Парни, мало что ли? Вот, есть там мнение, 28 грамм, это не охотничий спортивный, на охоту не годится. Как не годится? Ну, вы представляете, такая осыпь, вот, 28 грамм. Куда еще ее больше? Зачем ее больше? Не могу понять. На раннюю птичку этого более даже чем. Вот, смотрите, какой патрончик. Ну, то есть, не могу сказать, что я не подготовлен. С таким боеприпасом, я думаю, будет полный порядок на пернатую. Скорость шикарная, 417, вот такая вот осыпь. Дробь от Игоря, дробь тоже тверденькая, хорошая. В общем, друзья, такие вот результаты. Так что я как бы предлагаю вот такой заряд для охоты. Попробуйте 28 грамм. Чего ж там гнаться, номер 7 дробь, да? На 32, на 34 грамма. Ну куда, сколько? Вот этого, гляньте, что, не хватит этого заряда. То есть, такой вот результат, мужики. Вот с этим патроном я буду охотиться, открываться и охотиться по всей пернатой дичи. Вот, туда, до холодов. Потом будет другой немножко боеприпас. Ну теперь давайте постреляем дробью номер 3. То есть это боеприпас уже для зайчика. Патрон номер 2. В общем, заряжен на троечке. Что в патроне? Капсуль-воспламенитель G1000. Гильза LA серая. Вот такая, звездой закрыта. Докатана ГАЕПом. Порох CSB плюс 2. В общем, пыш-контейнер. H17 чадит. Дроби номер 3. 34 грамма. Ну, звездочка и докаточка АЕ, БН3. Вот. Вот такой будет патрончик на троечке. 34 грамма. Вот. Это на зайчика, на раннего зайчика. Вот. Потом этот патрон уже заменит тот патрон, который будет сейчас следующим отстреливаться. Номер 1. В общем, поехали стрелять, мужики. Четыреста шестнадцать скорость. Хорошая скорость, хорошая. Так, а куда гильза? Ого, улетела куда. Вот. Вот такая вот скорость. 416.
Сейчас посмотрим на результат. Это уже мои охотничьи патроны, друзья. С этими патронами я уже буду охотиться. Это те патроны, которые, ну, по сути, за исключением пятерочки. Ну, в следующий раз, на следующих отстрелах, стрельнем и пятерку. Покажу, какая будет и пятерка. И еще два нуля. Вот. Так, парни, вот такой вот результат на дроби номер 3. На раннего зайчика патрон. Все доли поражены. Вот. Может быть, в меньшей степени вот здесь, ну и вот здесь. А так-то все вроде бы как неплохо. То есть, парни, ну, от такого патрона, я думаю, заяц не уйдет никуда. С такой скоростью. Но еще хочу показать. А, ну да, пыш-контейнер, вот он. H17. Вот он. Отработал отлично. Все прекрасно. Спасибо, Саня Кикс, спасибо тебе за эти пыжи-контейнера, что ты мне дал ссылочку, подсказал немножко. Вот. Очень хорошие пыжи-контейнера. Ну и хочу еще показать обратную сторону. Смотрите. Как бы, ну, видно, да? Троечка попрошивала этот щит на раз. То есть... пробитие хорошее. Теперь осталась крайняя мишень с дробью номер 1. Сейчас отстреляем ее. И на сегодня уже можно сказать, что стрельбу закончили. Ну вот, ну за мишенью я смотрю, ну не совсем много. Ну есть, есть за мишенью дробь. Ну по сути интересует именно то, что в 16-дольную мишень прилетела. И как прилетела. Есть сгущение к центру. Немножечко сгущение сюда на 9 часов. Но тем не менее, как бы равномерность она присутствует. Пускай не такая прям красивая, но она есть. Вот. Так что поехали стрелять мишень номер 3 и дробь номер 1 на зимнего зайца. Так, друзья, крайний на сегодня отстрел. Патрон на зайца. Вот. Ну, может быть, неуместно тестить его сейчас по теплу. Но, тем не менее, хочу для себя проверить, ну и вам показать, чем буду охотиться в этом году на зайчика. Что в патроне? Гильза Сага белая, вот такая вот, закрыта звездой, докатана ГАЕПом. Вот, друзья, капсуль-воспламенитель G1000 Максам. Порох PSB плюс 2 SP Буран. 2 грамма пороха. Пыш-контейнер Гуаланди, дроби 36 грамм, единица. Вот такой патрон будет на позднего зайчика. Поехали стрелять. Ровно 400 скорость. Прекрасная скорость. Крайний уже выстрел на сегодня. Показываю, ребят, скорость. Скорость 400. Все, выключаем хронограф. Скорость 400. Так, ну пойдем к мишени смотреть, что у нас там получилось. Что у нас получилось? Пыш-контейнер тут Гуаланди, ну я сказал, да? Вот. Пыжик ищу. Может, где попадется. Пока не вижу. Вот такой патрон на дроби номер 1. Вот, на порохе Буран PSB плюс 2 SP, порох Максам. Вот, с таким патроном я буду охотиться на зайца тоже. Это все вот эти три заряда, это мои патроны для охоты на этот сезон. Смотрите, ну, в принципе, равномерная осыпь.
Дробь номер один. Ну, то есть дробь не мелкая. Вот, друзья. Ну, позже еще отстреляю вам дробь номер 2.0 и дробь номер 5. Но это будет в следующих роликах. А так-то на сегодня все, друзья. Всем удачи, всем пока. До следующих роликов.